прибор внутри состоит из набора фильтров, которые, собственно, очищают у нас пошагово от сначала там, микроорганизмов, заканчивая там, вредными газами. Прибор без проблем монтируется на стену. То есть, с помощью алмазного буры в стене сверлится отверстие. Оно, можно убедиться, что подает свежий воздух. Ну а дальше прибор, пропуская через систему фильтрации, установленную в нем, выдает в жилое помещение нужное количество на воздух. Посчитать их количество.